Мы находимся сейчас на центральной улице поселка и находимся на площади. Здесь небольшой парк, игровая зона, пару качелей, горки. Он небольшой. В данном поселке есть Lidl. Сейчас сходим в него, посмотрим, какие там цены. Черешни 4,20, бананы рубль и 9, 2,70 груши, 1,40 яблоки, 1,90 помидоры. Сейчас у них фиеста, поэтому многие не работают. Это время с часа до 6, если не ошибаюсь. С этой остановки можно поехать в поселок Катерине, если не ошибаюсь. Стоит автомат по продаже билетов. Не понимаю, как он работает. Не вижу я. А, вот закидываете деньги. Нажимаете, какой вам нужен билет. И получаете билет. Офис наших коллег Музанидис Тревел, принимающей стороны. И здесь же рядом находится сразу, вот он, магазин Lidl. Европейский аналог Евроопта или магазинов с недорогими продуктами. Заходим по стрелочкам. Работает он до 21.00, субботу с 11 до 18. У них во всех магазинах все одинаково стоит, чтобы вам было легко ориентироваться. Вода по евро 15 за большую бутылку. Рубль 39 и томаты. 1,99, не знаю, что это. Дыни по 2,49, арбузы по рубль 14 евро, ну и так далее. Есть вот такие большие фета сыра, банки по 15 евро. Листья салата, скорее всего, по 0,35. Лук. Айсберг. Салат. Короче, из зелени здесь, из овощей есть очень много всего. Оливки. Грамм шоколада с орехами 1,89, 100 грамм 1,19. Продукты мороженое. Тут у нас позиции, которые у них на акции сейчас. Возвращаясь из Лида по прямой, я попал на море и вот попал на улицу торговую, где, смотрите, все уже здесь есть.